Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. О взаимодействии и дальнейшей работе по технической модернизации ПК региона с помощью льготных программ Росагролизинга говорил его руководитель на встрече с главой республики. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после схода лавины в Домбае. Погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Домбая Хаджимурат Маршанкулов. Итоги своей деятельности за 2020 год подвели в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Какие задачи предстоит решать в этом году? В этот день принято набирать святую воду, купаться в так называемой Иордане-проруби. Православные верующие отмечают один из главных праздников крещения. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов встретился с генеральным директором акционерного общества «Росагролизинг» России Павлом Косовым. На встрече говорили о текущем взаимодействии, обозначили вектор дальнейшей работы по технической модернизации АПК региона с помощью льготных программ «Росагролизинга». За время сотрудничества компания инвестировала почти 1 000 000 000 рублей, поставила более 300 единиц техники. Рашид Тимрезов считает это началом, так как у республики высокий сельскохозяйственный потенциал. Очень перспективно с точки зрения обоюдного сотрудничества, темы развития садоводства, мелиорации. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после схода лавины в Домбае. Напомню, накануне со склона горы Муса-Читара на горнолыжную трассу сошла лавина. Погиб один человек. В связи со сложной лавиноопасной обстановкой катание на склонах Домбая пока запрещено. Обеспечен четкий алгоритм взаимодействия всех структур, обеспечивающих поиски, а следственные органы устанавливают причины произошедшего. Подробности у Мурата Джангезова. В понедельник в обеденное время с горы Муса-Читара на горнолыжную трассу для начинающих, так называемый лягушатник, сошла снежная лавина. Под снегом оказались пункты проката снаряжения и кафе. 6 человек смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, 1 человек погиб. Им оказался президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Домбай Карачаево-Черкесии Хаджимурат Маршанкулов. По основной версии, на одном из склонов, где не было людей, проводились работы по принудительному спуску лавин, и снежную массу направили в сторону от горнолыжных трасс. Но сейсмическая волна артобстрела или лавины и могла спровоцировать сход снега там, где лавины практически никогда не было. Стояли мы около кафе и просто услышали звуки, ну, чего-то приближающегося. Приближались конструкции и, ну, сугробы, и сверху вот эта снежная пыль. Все, и мы не успели забежать. Мы уже все видели, но мы просто не успели. Успел только Руслан. Все, и нас придавило. Ну, пыль сверху там до головы и придавило вот так вот. Мужа тоже вот так вот придавило. А сами выбраться мы не могли. Мы нас откопали где-то по поясу, потому что ноги все были зажаты. Будем разбирать завалы и отрабатывать все версии, чтобы не допустить нахождения там граждан. По гостиничному фонду, а также по частным домам, где могут находиться туристы, мы проводим подворовой обход совместно с Министерством внутренних дел. Данный результат показывает, что все граждане, которые находились на склонах и катались, находятся у себя в гостиницах. В день происшествия сегодня утром глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов на месте провел совещание республиканского оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий схода лавины. Глава республики заслушал информацию всех ответственных подразделений и указал на необходимость постоянно держать ситуацию под контролем и обеспечить четкий алгоритм взаимодействия всех структур. Очень оперативно отреагировали все спасательные службы, и МЧС, и МВД, волонтеры подключились. Более 200 человек сегодня были на горе до завершения поисково-спасательных мероприятий. Следственные органы дадут оценку тому, что сегодня произошло. Вот, и посмотрим, как сработали противолавинные службы, как сработали органы местного самоуправления. И, ну и, понятное дело, как сработали спасатели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». МЧС России по Карачаево-Черкесии информирует, что в горах выше 2000 метров лавина опасна. Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Всех просят быть внимательными и осторожными. Мурат Шантьюзов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Домбай.
центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии подвели итоги работы за 2020 год. Начальник подразделения Эдуард Чумаев подробно рассказал о работе, о сложностях, о нарушениях при получении лицензии на хранение и ношение оружия. Подробнее Алихан Лепшоков. За минувший год Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии принял и рассмотрел более 11 тысяч заявлений граждан о предоставлении государственных услуг. Также, несмотря на условия пандемии коронавируса, сотрудники центра не беспрерывно проводили проверку, направленную на наличие владельцев оружия. Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Эдуард Чумаев подчеркнул, что было выявлено несколько нарушений и составлены административные протоколы в отношении определенных лиц. Перед предоставлением этой государственной услуги, например, как выдача разрешения на право хранения и ношения оружия, либо лицензии, мы осуществляем проверки по месту жительства, то есть наличие условий обеспечения сохранности оружия по месту жительства. Мы проводим также плановые проверки лиц, которые уже имеют оружие по месту жительства. Но в связи с этим были определенные трудности, но все эти трудности были решены. Также Эдуард Чумаев отметил, что были 3 жалобы со стороны граждан в плане оформления документов на получение лицензии. После проверки выяснилось, что они необоснованы. Одна из причин – это неправильное оформление документов на получение государственных услуг. Хочется сказать, что граждане не до конца именно понимают, знают, как правильно через портал государственных услуг, бывает, допускают ошибки, а мы их, естественно, рассматривать не можем. Кроме того, существует такое положение, что граждане, подавая заявление на предоставление той или иной услуги, должны осуществить его оплату. То есть оплатить государственную пошлину за предоставление этой услуги. И в настоящее время заявление начинает рассматриваться после того, как осуществляется оплата. Центр лицензионно-разрешительной работы осуществляет государственный контроль за частными охранными организациями. В ходе проверки было выявлено, что фактов хищения и потери оружия не допущено. Начальник центра особо отметил нарушения граждан в плане оборота оружия и в части его хранения. За отчетный период 1140 административных протоколов в отношении граждан составлены сотрудниками лицензионно-разрешительной работы. Кроме того, имеет место быть, к сожалению, факты утрат оружия, которые находятся в собственности у граждан. И все эти факты были в результате, то есть утрата была в той или иной степени связана с нарушением установленных правил его хранения и использования. В завершение Эдуард Чумаев подчеркнул, что можно сказать, поставленные задачи руководство управления подразделения выполнило. Помимо этого, он призвал граждан соблюдать все правила и вовремя обновлять свои лицензии. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 16 691 человек. Из них 15 043 выздоровели, 856 госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно облачно. Местами снег, туман и гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В горах порывы ветра будут достигать 20. Температура воздуха ночью 10-15 мороза, местами до минус 22. Днем 4-9 ниже нуля. Местами 9-14 со знаком минус. В Черкесске преимущественно облачно, небольшой снег, ночью туман, гололед. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью минус 13, минус 15, днем 5-7 ниже нуля. На дорогах гололедица, снежный накат. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Вятские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж, город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке.
Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Сегодня православные верующие отмечают крещение. Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому у него есть второе название – «Богоявление». В этот день принято набирать святую воду, купаться в проруби. Однако в этом году в связи с пандемией великий чин освящения воды происходит только в храмах. На торжественной службе в храме Покрова Пресвятой Богородицы Черкесска побывала Ольга Савенко. Становление праздника Крещения относится еще ко времени апостолов. Праздником Крещения заканчиваются рождественские святки, которые длятся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский священник. Отношение к этому празднику особое. Крещение – важнейшее таинство, входящее в число 7 наиболее древних таинств. Одно из трех, помимо Евхаристии и брака, которое начинается возгласом священника «Благословенно царство». Потому что символизирует духовное перерождение человека, рождение его в новую жизнь. Мы благодарим Бога за то, что Он явился в мир в этот день. Благодарим Бога за то, что Он нам дал. А дал Он нам очень много. Он дал нам благодать свою, Он дал нам свою любовь, Он показал нам путь, Он указал нам путь ко спасению. В церквях в этот день освящают воду. Раньше ее брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест. Прихожане ближайшей церкви пели псалмы. После этого вода в реке считалась крещенной. Ее набирали в различные сосуды и несли домой. Я прихожу на крещение и набираю водичку, чтобы Божья благодать не оставляла нас весь год до следующего крещения. Православные верили, что такая вода лечит от различных недугов, придает бодрость и здоровье. Поэтому был распространен обычай окунаться в проруби. Василий Попов – бывший военный, однако в церкви бывает регулярно, все службы знает. На крещение каждый год купается в Иордане, ни разу не заболел. На собственном опыте убедился, что крещенская вода святая. Этот день для него действительно праздник. На душе, конечно же, подъем, душевный подъем, ощущение того, что вода иорданская здесь, мы освящаем ее. Батюшка освящает им как свеченную воду, мы, получается, мы набираем ее, она у нас стоит год-два даже, мы ее пьем, у нас прибавляется здоровье. Дорогие друзья, братья и сестры, я всех от всей души поздравляю с праздником Крещения Господня. Желаю всем радости, мира, здоровья вам и вашим близким. Крещенская вода обладает целебными свойствами. Это подтверждают современные ученые. В течение года она не теряет своей целебной силы, сохраняется свежей на протяжении от одного крещения до другого. Освященная вода – это святыня, которой коснулась благодать Божья. Если вы хотите иметь мир в душе, быть здоровым и счастливым, крещенскую водичку следует пить с трепетом и благоговением, читая при этом молитву. Хотя бы Отче наш. Но самое главное, не забывайте, нужно соблюдать заповеди Божьи, возлюбить ближнего, как самого себя, жить по совести. Иначе никакая крещенская вода вам не поможет. Ольга Савенко, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день рождения отмечает наш телеканал. Коллектив ГТРК «Карачаево-Черкесия» с 28-летием образования поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Пожелал всем нам творческих успехов. На студии телевидения работают более 100 человек. Это журналисты, телеоператоры, режиссеры, видеоинженеры и другие специалисты. С первого дня наш телеканал сразу же стал символом республики, потому что народы получили возможность смотреть программы на родных языках. А сегодня с приходом цифрового телевидения в каждом населенном пункте, в каждом доме наши преданные телезрители могут смотреть информационные выпуски программы «Вести Карачаево-Черкесия», «Вести в субботу», «События недели», «Утро России», программы национального вещания как на русском, так и на родных языках. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Я смотрю телевидение, я человек старых взглядов. Не в интернете новости смотрю, я вообще люблю смотреть телевидение. Вот за наше телевидение очень рада. Желаю вам всяческих побед.
дальнейшего процветания, чтобы все у вас было хорошо. С днем рождения вашего телевидения и нашего тоже, потому что действительно для вас тоже праздник, для у меня тоже праздник. Вообще радостное настроение. Что бы я хотел видеть? В телевидении всю правду показывать. Вот эти злободневные проблемы, которые волнуют каждого жителя Карачаево-Черкесии. Приятно иногда посмотреть о нашем городе, ну вообще о событиях и новостях. Так ждем, ну смотрим, как же не смотреть-то? Как? Времени обычно бывает не очень много смотреть телевизор, но когда есть время, то очень нравится канал нам. Мы всегда смотрим. Новости тоже нужно знать, что делается у нас в городе. Ну, я вас поздравляю с праздником, с вашим. Ну, а что сказать? Добра, счастья, любви и вам процветания. Честно говоря, я с большим удовольствием смотрю ваши новости. Мне очень нравится. Всем жителям Карачаево-Черкесской Республики нравится смотреть ваши новости. Потому что есть плохие новости, а есть плохие новости. Но больше всего у нас благих новостей. Желаю телеканалу «Россия» процветания, стабильности и таких же благих новостей. Таким был понедельник, вторник в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей.